Всем доброе утро! Да Яшка пришла с утречка ко мне полежать, как всегда. Ваши детки с утра к вам приходят? Доваляться в кроватке. Привет! Скажи всем привет. Ну что, у нас сегодня второй день без пальчика. Вчера у нее была одна попытка ближе к вечеру засунуть пальцы в ротик, но все прошло хорошо. Мы уснули без пальчика. Мы проснулись, пальчик был сухой. Не знаю, сосала ли она ночью его, но это ладно уже. Все получше, да? Надо намазать еще кремом. Насчет крема. Кто-то меня спрашивает тоже, я думаю, вопросов тоже будет еще много. Я мажу обычным кремом, просто самым простым кремом. Все, что у вас есть дома. Это для того, чтобы просто ребенок понимал, что из-за крема не надо брать в рот. И все. Хотя есть детки, которые могут слезать этот крем и все равно брать палец, да? Так. А я нашла твою Скай маленькую. Маленькую? Да. Забирай своих патрулей и пошли на кухню. Я там как раз приготовила завтрак. Сегодня завтрак у нас такой необычный. У Даяшки такой шоколадный батончик, галета, банан, теплая вода. Садись кушать. И у меня будет практически то же самое, только я, наверное, еще добавлю пару штучек этих. И буду чистить орехи. Не знаю, сегодня нет аппетита совершенно. Хочется чаю. Есть не хочется совсем. Поэтому так вот простенько. Только вчера сказала, что я буду стараться не есть сладости. Сегодня я уже их ем. Прыщи ничему меня не учат. Так, где моя козявочка? Белье у нас так и не высыхает. Давай завтракать пошли. Все, всем, кто завтракает вместе с нами, приятного аппетита! Один, два, три, четыре. Молодец! Четыре, да, их? Да. Все. Как мило Даяна играет с куклами. Ой! Дождалась этого момента. Она последнее время вот реально играет со всеми игрушками. Пупсики, куколки. Я честно уже думала, что она не будет с куклами играть вообще. Все тихо-тихо. Посмотрите, какие башни. Это ты башни построила? Башня выше, чем Даяшка. А это что ты строишь? Сюрприз. Сюрприз? Хорошо. Надо говорить тихо. Ляля спит. Так, а у нас нет на улице дождя. Ура, сухо наконец-то. Мы сейчас часик посидим еще, да? И потом пойдем гулять. Любовь какая. Ты прям настоящая мама. Так, кстати, вы у меня спрашивали по поводу самоката. Так, сейчас я попробую найти вообще, как он называется. А, ну вот, тут есть название. Ну, знаете, скажу так. Это идеальный самокат для совсем маленьких. Вот такой самокат надо было покупать, когда Даяшке был годик. Она тогда как раз интересоваться начала беговелами. А нет, в год она уже каталась у меня на беговеле, но только на трехколесном. И вот такой самокат, во-первых, он весит всего лишь 2 килограмма. Он просто нереально легкий. Передние колеса, которые съемные, сейчас я их принесу. Вот такие вот двойные. Они работают, знаете, не как у многих самокатов, а на наклон ручки. Они работают как обычный самокат, вот с таким поворотом. Просто идеальный самокат для малышей. Но
Следующим летом мы им уже пользоваться не будем. В этом году уже, ладно, докатаемся. Так как Даяшке нужно все-таки уже побольше. Она выросла с этих маленьких самокатов и по росту не очень. Поэтому в следующем году будем обязательно брать уже другой. Но вот именно этот самокат я от себя рекомендую вот для малышей. Просто идеальная вещь. Мы потом, я думаю, его продадим за те же 15 евро, что я и купила. Тем более катались мы буквально пару раз. Но Даяне пока нравится. Так что это, если что, не реклама, это чисто мое мнение. Так как многие спрашивали, вот я и ответила. Опять у вас любовь там? А маму поцелуешь? Я решила завалиться в кроватку, посмотреть фильм. Вы мне порекомендовали посмотреть «Карантин» с Нагиевым, комедию. Все, как я люблю. 1:16, идеально по времени. И буду грызть вот такие вот галеты. Но как ты куклу держишь? Как ты куклу держишь? Я не могу сесть, я не и кофту. За ногу. Что ты хочешь? Мам, сними! Снять все? Да! А что ты будешь делать? Купаться! Нет, вечером. Мам, она где будет купаться? Такая вообще, ну давай раздень сама. А я не знаю, как снимать с нее одежду. Она... Снимай сама. Нет. Вот, штанишки снимаются, видишь? Ладно, все, мама будет смотреть фильм. Тяжело снимать. Ну так держи ее. Боже, вдвоем не можем раздеть пупсика. Ножки только помой, иди ей, все остальное мыть не надо. Хорошо? Иди в ванну и в раковине помой ей ноги. Хорошо. Это попойник. Такая довольная. Ладно, все, буду я смотреть. Мы тут собираемся. Что ты делаешь? Плаваю. Плаваешь? Да. Ты соскучилась по лету? Ты хочешь, чтобы было лето? Так, берем с собой кофточку обязательно. В принципе, пойдем так, но погода обманчива. Очень боюсь подмерзнуть. Поэтому обязательно берем с собой какую-то легкую кофточку. Мы с Даяшкой сегодня без дневного сна. Даяна сегодня без дневного сна. Мы решили в такую хорошую погоду убрать дневной сон и пойти погулять. Нам еще надо заехать в магазин. Я хочу найти красивые пакетики или коробочки. У меня раньше были такие коробочки с окошками. Я в них упаковывала свои заказы. Но они у меня закончились. И вот хочу найти подобие таких коробочек, пакетиков, куда можно красиво упаковать безе. Так как на 1 сентября в садик мы понесем безе вместо цветов. Не считаю, что цветы это прям такой вау-подарок. Или может быть по одному цветочку каждому. Там будут две нянечки и одна воспитательница. И по коробочке или пакетику безе. Ну, посмотрим. Милана, например, последний год в школу даже несла безе, а не цветы. Все-таки цветов их очень много. Я знаю, многим цветы не нравятся, так как они стоят день-два, их потом приходится выкидывать. А безешки в основном все любят или их можно отдать кому-то еще. Да? Ты будешь мне помогать делать безе? Нет. Да? Что, ты будешь с этой сумкой сегодня? Гулять. Гулять. Давай. А кофточку надо было сначала, наверное, одеть. Или в майки пойдешь? Майки. Майки? Да. Так, бегом кубики убрать. И пойдем. Я тебе конфетку еще куплю, обещанную. Так, что еще? Да, съездим, посмотрим и погуляем как раз. Сейчас музыку выключу. А Даяшка тут сидит, хнычет. Ей все не убирается. Сама накидала кубиков по всей комнате и собрать теперь не может, да? Хочешь, я тебе помогу? Да? Хочешь, помогу?
Ну, давай, буду понемножку. Опа! Видишь, как я попала? Давай теперь ты. Да. Раскидать, конечно, легче, чем собрать. Опа! Давай теперь ты. Да, ей не нравится все кидать, швырять. Мимо, да. Давай беги теперь за кубиком. И пойдем. Я сегодня, смотрите, какую высоту попала, да? Пыталась сделать ей прическу. Не знаю, у меня все тяп-ляп не получается. Тихо, стой. Видите, все криво, косо. Я не знаю, я как-то раньше Милане делала, у меня и получалось просто все идеально. А у Даяшки вообще не получается ничего делать. Супер, ты решила попрыгать, да? Да. Красота. Все, собираем кубики, выходим. Едем искать пакетики в садик тебе. А, и кто-то еще спрашивал, кстати, насчет... Да, давай помогу. Прически Даяшки на 1 сентября. Будут ли у нас банты большие? Даяна, ты куда? Собираем. Нет, бантики я делать ей никакие не буду. Нет, у нас будет обычная прическа, так как я не вижу. Сейчас я открою. Кто-то тут опять проголодался, хотя вот-вот только пообедали. Не вижу смысла в садик одевать вот эти большие банты. Мне кажется, и самому ребенку будет это неудобно. Банты очень красиво в первый класс, первоклашкам, в школу. Ну или на выпускной, может быть. Но в садик нет. Тем более, возможно, может быть, даже Даяшка там сразу останется на сон. Не знаю, пока не хочу заранее говорить, но есть такая идея. Оставить ее сразу до победного. Но, опять же, будем смотреть, как ей понравится. Если она захочет домой, то мне позвонит, и я быстренько ее прибегу, заберу. Если она не захочет, то нет смысла ее раньше забирать. Пускай сразу остается до победного на полдня точно. И сон сразу, и полдник, и, может быть, до почти самого закрытия. Не знаю, не буду сейчас говорить. А как ты думаешь, ты на весь день пойдешь в садик? Ты долго там хочешь играть? Или совсем чуть-чуть? Так что посмотрим. Надеюсь, все будет хорошо. Так. Так, все. Поехали мы? Поедай и поехали. Смотрите, как у нас на улице потеплело. Даяшка в майке. Я, правда, в рубашке, но я попозже сниму ее. Ну и Даяне жарче. Она бегает постоянно в движении. Я, конечно, взяла кофточку с собой, но, думаю, не пригодится. Нет, ноги не надо мочить. Мы сегодня планируем, зайчик, до вечера гулять, поэтому нам нужны сухие ноги. Вот наши карусели. Скоро откроется. Радость детям. Так, мы сейчас поедем в магазин за пакетиками, коробочками. Но наступило. Пошли. И потом заедем за сестрой, за племянником. Пойдем с детьми гулять. Попрыгун. Вот не минуты спокойствия. Прыгать надо, да. Энергию свою оставлять надо на улице, а не дома. Она мне тут дома такое только что устроила. Я вам сейчас ставлю кусочек видео. Это какой-то кошмар. Даяна, не надо. Один. Два. Не надо. Недолго длилось счастье. Мы даже не успели доехать до магазина, и начался просто дикий ливень. Мы не взяли ни дождевик, ни зонт. Кошмар и тучи. Была такая хорошая погода. Пойдем в магазин, купим перекусить. Пошли. Будем выбирать булочку. Да, выбор, конечно, небольшой. Даяшка любит вот такие пончики. Смотри, пончик твой любимый. Пончик. Я купила еще яблоко себе и Даяне. Ну все, пойдем тогда за водой. Какую игрушку пойдем купим? Заходили в магазин, пока прятались от дождя. Купили Даяшке сандалики. Правда, на размер побольше, но тоже неплохо. За 12 евро хорошие сандали. Пойдем посмотрим тут, смотри, вот тут.
Вот тут пойдем посмотрим. Теперь она требует какую-то игрушку. Что ты хочешь? Давай какую-то маленькую найдем, купим, да, что-нибудь? Спасибо. Пошли. Обязательно. Все, пошли. Выбрала мячик себе зеленого цвета. Покажи мячик. Душа теперь спокойна. Ждем, пока дождь закончится, и поедем дальше. Не прошло и 2 часа, как мы добрались до базы. А база закрыта. А я Даёшке обещала конфетку. Ну, пошли в другой магазин, выберешь себе конфетку. Да? Ладно, пошли. Артём, пошли туда. Прям не верится, но мы дома на часах 5:05. Так, заходили в магазин, купила ржаной хлеб, банан минус, сливки, средства для мытья, так, горох, индейка, горчица. Кто угадает, что я завтра буду делать? Огурцы маринованные. Так, сливочное масло. Еще горох. Кто-то догадался, что я завтра буду делать? Так, решила взять пачку сосисек, заморожу. Посмотрим, съем, не съем. Иногда прям очень хочется. Так, молоко. Семечки сегодня на вечер. Так, наконец-то решилась. Я сладости убираю. Беру теперь только стевию, шоколад без сахара. Ну нафиг эти прыщи. Так, сметана, морковь и один Kinder Joy уже съеденный. Так, дальше бананы. Еще один Kinder Joy. Даешки такие мармеладки. И у нас была сегодня акция на вот такую рыбку. €0,9 пачка, 100 грамм. Довольно-таки бюджетно, так как она уже готова. Ее надо только открыть и можно есть. Так, это с перцем, это с луком. Я взяла 6 пачек, да? 6. Так что 6 дней подряд на завтрак у меня теперь будет рыбка. Очень выгодно, не надо мучиться с нарезкой самой рыбы. Так, и картошка, много картошки. Кто-то догадался, что я буду делать? Да, я буду делать мясной салат. Так, тут у меня красная смородина. Я брала 1 кг, но мы уже очень много съели, да, и очень много испортилось. Ладно, буду сейчас перебирать, что-то думать. Так, и тут наши сандалики. Я вам уже, в принципе, показывала, но покажу поближе. Вот такие сандали. Даяшки немножко, они большеваты, наверное, где-то на сантиметр, может даже меньше. Это у нас 28 размер. Сейчас я примерю. А эти мы покупали в садик сейчас бегать. Это у нас 27. Это 28. Все правильно.
Ну, в принципе, не сильно и большие. Чуть-чуть. У этих немножко так запасик есть, эти чуть побольше. Мы эти относим, я думаю, ножка дорастет, и как раз в садик начнем носить эти. Эти были очень дешевые, потому что, смотрите, ну, сейчас подойду. Видите, тут нету камушка, но для садика вообще идеально. Знаете, этот камушек можно вообще ставить самостоятельно. У меня где-то были камушки такие, надо будет поискать. За 12 евро сносим. Эти, кстати, были вообще 15. 14,99. Но эти мне нравятся больше. Надо чаще ходить в магазин, можно по скидкам урвать как раз вот последнюю пару по хорошей очень цене. Так, ладно, я буду это все перебирать. Сначала только уложу Даяшку спать. Где она у меня есть? Доча, а ты где? Тук-тук. Можно к вам? Нет, он говорит, нет, нельзя. Тук-тук. Зайка, пусти меня, я так соскучилась. Привет! Какая грязная. Так, пойдем умываться. И укладываться спать. Ты сегодня дневной сон не спала? Мы уходили и забыли лампочки выключить. Купаться. Купаться завтра. Сегодня просто в душ. А я там спрятала. Что ты там спрятала? Медичку. Маленькую штучку? Да. Ты ее взяла в туалете? Да. У нас там сломался бачок. А ну-ка вставай. Эту штуку нельзя брать, зайка. Придет дядя, будет чинить. А я потом не найду. Хитрая какая. Пошли умываться. Умылись мы. Чистые теперь. Так, Даяна, давай иди книжку выбирай. Будем сказку читать. Прочитаем сказку и спать. Уже поздно. Давай, покажи, какую ты книгу сегодня будешь выбирать. Ну, иди. Прошу маленькую, прошу маленькую. Ну. Эту. Ну, давай бери эту. Ой, много читать придется. Будем вот такую читать. Молли, маленькая волшебница, да? Все, садись. Так, иду проверять, как она уснула. С пальцем или без. Прошло минут 10, наверное, 5. Без пальчика. Так как обычно она раньше держала еще какое-то время пальцы во рту. А сейчас все хорошо. Так, я ее раскрою. То очень жарко. Умничка. Молодец. Я думала, будет все тяжелее. Но очень-очень прям легко получилось. Надеюсь, дальнейшее отлучение от пальца пойдет так же гладко. В любом случае, я думаю, еще день-два ей надо, чтобы привыкнуть засыпать и быть вообще без этой привычки. Хотя, знаете, скажу вам так. Сегодня она один раз опять ближе к вечеру засунула пальцы в рот, но потом я с ней поговорила, я ей объяснила, что не надо, пальчик болеет, намазала опять кремом. И все. Вечером перед сном опять же намазала, и она спокойно уснула. Прям, не знаю, счастье какое-то. Я думала, это случится чуть-чуть позже, но в любом случае я очень рада, что до садика мы отучились. Мне кажется, в садике как-то было бы ей тяжелее, если бы она ходила в сад, и в это же время мы бы отучались, я бы не смогла бы за ней следить. В саду бы за этим тоже, я думаю, никто бы не следил. Да и лишний стресс тоже не нужен. Поэтому, я думаю, до садика как раз самое то было отказаться от пальчика. Так, ладно, я сейчас схожу в душ, беру семечки, иду монтировать в ложек. И буду уже тоже ложиться спать завтра. Встретимся с вами завтра. Всем пока-пока.